Почтальон и сердцем, и душой. Первоуральский Печкин пришел в отделение из интереса, а нашел жизненное кредо. Сергей Аверин принесет весточки и за спокойствием на родных улицах проследит. Екатерина Котельникова в этом убедилась. Раскладываем так, чтобы было идти удобно по маршруту, чтобы все по порядку было уже сложено. На своих местах в сумке письма, газеты, квитанции, ключи от домофонов. Забывать ничего нельзя. Когда все разложено по порядку, почтальон Сергей Аверин выдвигается в свой ежедневный путь по микрорайону Первомайский, где каждый житель уже стал другом. Видишься с ними? Вот хочется каждому сказать здравствуйте, хороших слов, приветливый всегда. Где-то даже в гости позовут. Я прям даже и вне работы с ним общаюсь, приезжаю к кому-нибудь. Где-то что-то так договориться, где-то что-то кому-то помочь. День Российской почты во второе воскресенье июля готовится отметить Сергей Первоуральский Печкин, как называют его горожане. В свой 31 год уже 9 лет посвятил доставке корреспонденции и посылок адресатам. На участке, а это почти 400 домов, следит не только за своей непосредственной работой, но и за порядком на улицах. Со всеми общается очень хорошо. Все его знают, все это. Ну и, конечно, берегут от всего. Все доставки вовремя идут у него всегда. Никаких жалоб на него нет вообще. Говорю, побольше бы таких почтальонов было. Все бы хорошо было. После школы Сергей отучился в техникуме по направлению торговля, но по специальности не пошел. Рассказывает, тягу к газетам и письмам испытывал с детства. Мне в детстве было интересно ящики смотреть, как почту носят. Да и мультик посмотрел я. Да и что-то рассказывали, как эта профессия интересная. Самому охота потом стала попробовать. Лучше ничто не нашел. Его уважают не только горожане. За время службы на почтовом фронте молодой человек заслужил признание коллег и руководства. За ответственность и профессионализм под его началом теперь работают 7 почтальонов. Люди его уважают, ценят. Он всегда все доставляет, как положено. У нас как старший сотрудник считается, он распределяет по почтальонам все доставки, то есть кому что нужно доставить. Вместе с Сергеем свой профессиональный праздник 11 июля встретят более 7,5 тысяч уральских работников почты, которые трудятся в 913 отделениях связи. Почтовые маршруты Свердловской области составляют более 89 тысяч километров. Ежедневно почтальоны проезжают и проходят эти тысячи километров. В этом году к профессиональному празднику почти 200 работников получат ведомственные награды, в том числе почетные грамоты и благодарности от губернатора Свердловской области. Екатерина Котельникова, Андрей Волков, новости Первоуральск.